Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена с очередным видео, где все ведется без редактирования, без монтажа и говорим только о правде. Так как я начинаю потихоньку перезапускать свой канал, я хотел бы создать короткое видео, которое назову «О здоровье». Если вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить никакое видео. И также, если вы уже посмотрели какие-то мои видео, есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я буду создавать видео о вопросах, которые вы задаете. Потому что канал это не для меня, канал это для моих зрителей, и я хочу, чтобы видео, которые я делаю, приносили пользу. Давайте поговорим о здоровье. Что такое здоровье? Здоровье – это когда человек не болеет. Что такое человек не болеет? Это значит, что все органы работают правильно. Это само собой не происходит. Над этим нужно работать. И есть несколько важных вещей, которые нужно соблюдать, чтобы это все работало. Возраст, конечно, влияет очень сильно на здоровье, но люди, в основном молодого или среднего возраста, до сих пор имеют влияние на свое здоровье. Давайте начнем сначала. Самая первая, самая большая часть, которая влияет на наше здоровье, это сон. Сон должен быть крепкий, сон должен быть продолжительный, и сон должен быть качественный. Что такое продолжительный, качественный сон? Это примерно от 7 до 9 часов. Меньше организм не успевает восстанавливаться, больше восстановительные процессы переходят в воспалительные процессы. Допустим, сон нормальный. Дальше мы должны тренировать мышечную массу, потому что наши мышцы, не потому что они должны быть большие, они должны быть крепкие, они держат все, что находится у нас вокруг. И также наше сердце. Наше сердце – это большая мышца. Нужно делать тренировки, которые будут использовать в основном все группы мышц. Не нужно качать только бицепс, только ноги или только спину. Если вы занимаетесь тренировками, нужно тренировать абсолютно все тело. Это совершенно другой вопрос. Третья вещь, которая не менее важна, я хочу, чтобы все поняли, что когда мы употребляем пищу, мы кормим микроорганизмы и бактерии. Они являются залогом нашего здоровья. И если кормить их тем, что мы не должны кушать, то будут проблемы со здоровьем. Все начинается с желудка. Поэтому, вкратце, я против спортивного питания, если вы можете питаться правильно, нормальной пищей. Я против употребления алкоголя, если алкоголь если оно чрезмерное. Я против употребления пищи больше, чем вам нужно. И я против употребления пищи больше 2 раз в день. На эту тему было очень много сказано. Если вам хочется быть здоровым человеком, этих принципов нужно придерживаться. Также нужно поддерживать правильно кислотно-щелочной баланс в организме. Для этого лучше всего использовать яблочный уксус, я уже об этом говорил. И таким образом я хочу отметить, что хороший сон, тренировки, правильное питание и последнее, что очень важно, это наши отношения с людьми. Общайтесь с людьми вокруг себя. Люди вокруг нас помогает нам быть морально сильными. Наша сила, наше здоровье – это не только физическое, также моральное. И это неотъемлемая часть здорового организма. Вокруг этого всего я могу поговорить о спортивных добавках, о тренировках, как улучшить сон, как стимулянты, допустим, как кофе, влияют на организм и т.п. и т.д. Задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимая на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И я буду стараться выпускать видео на те вопросы, которые вы будете задавать внизу. А на сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Гриша из Брисбена. До следующего раза.